Всем привет! Меня зовут Бриджит, я из Америки, я учу русский язык, и это Salem. В честь моего дня рождения, мы с моим парнем решили поехать, чтобы посетить один из моих любимых городов в Америке, который находится в 5 часах езды на машине от Нью-Йорка. 10 часов later. Salem — это город в штате Массачусетс. Это мой любимый город посещать, потому что это очень исторический город. Это место очень известен из-за Salem Witch Trials. Не знаю, как это сказать по-русски. Известен судами над ведьмами. Спасибо, Бриджит. 20 человек были ложно обвинены в том, что они были ведьмами, и их казнили. Это произошло в 1692 году. После этой плохой ситуации, с того времени этот город стал знаменитым магией. Но на самом деле никакой магии, конечно, не было во время судов. Город гордится своей историей. И я его люблю. Все очень круто здесь. Особенно в октябре, когда празднуют Хэллоуин. В это время происходит много интересного. Я люблю здесь ходить по магазинам, чтобы смотреть на все, что продается. Даже днем у них жуткая атмосфера. Это впечатляющая статуя человека по имени Роджер Конант. Я люблю эту статую, она очень угрожающая. Здесь написано, что он был первым переселенцем в Salem. Этот музей посвящен событиям, которые произошли в 17 веке. Этот музей выглядит очень прикольно в темноте. Мы остановились, чтобы поесть здоровый обед. Эта красная линия ведет тебя по культурным достопримечательностям этого города. Это старое кладбище. Это самое старое место погребения в Salem. Рядом с этим кладбищем – мемориал тем, кто был убит во время судов над ведьмами. Мы посетили музей восковых фигур. Да, это мое имя. Didn't know she was lusty. Thank you.
Говорят, что это самый старый магазин конфет в Америке. Через дорогу от магазина конфет The House of Seven Gables, который стал известным из-за книги The House of Seven Gables писателя Натаниэля Хоуторна. Очень старый дом. Во дворе здорово. Приятно здесь гулять. Посетили дом, в котором жил человек. Он был следователем в ходе процесса над сейлемскими ведьмами. К сожалению, здесь нельзя снимать видео. Очень интересно смотреть, как жили в то время. По-моему, здесь очень интересно побывать. Очень красивый город. Мы посетили The Peabody Essex Museum, в котором шла классная выставка. Спасибо за просмотр, надеюсь, что вам понравилось видео. И, пожалуйста, не забывайте подписываться на мой канал, чтобы смотреть больше видео про жизнь в Америке, о том, что я здесь делаю, и о моих путешествиях.